Квартира за работу. В Ульяновской области специалисты в сфере здравоохранения получают меры поддержки. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на устранение кадрового дефицита. 3 года назад Олег и Олеся Епифанова приехали работать в Ульяновск после окончания Саратовского медицинского университета. Денис вернулся на родину. Его жена, уроженка Саратова, последовала за ним. Сюда приехав, очень долгое время жили на съемной квартире. И вот нам, собрав все документы, нам предоставили социальное жилье, хорошую двухкомнатную квартиру. Для молодой семьи это стало важно подспорьем. Семья врачей работает в детской областной клинической больнице. Муж в перинатальном центре «Мама», жена в дневном стационаре. Говорят, что это работа, о которой мечтали. Коллектив отлично принял, и вообще это как моя вторая семья. Честно, я очень их люблю, всех, и заведующие. Ну, вообще все врачи, больница, все помогают, никто никогда не отказывает. В этом вообще огромное спасибо нашим всем заведующим и всем, вообще всем специалистам. Полученная квартира стала одним из стимулов остаться в Ульяновске. Удобное жилье в новом городе, недалеко от парка Прибрежный. Квартира полностью меблирована, и все, что нужно для жизни, находится в шаговой доступности. Это служебное жилье. Пока человек здесь работает, он может им пользоваться. Ну, то есть совершенно бесплатно. Я имею в виду, покупать не нужно это жилье. Единственное, что они платят квартплата. Вот все. По инициативе губернатора Сергея Мороза выделено 35 квартир для работников перинатального центра. 29 из них уже заселены. Почти все получившие ведомственное жилье относятся к категории молодых специалистов. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.